Родина неделима, герои бессмертны. Ровно 2 года назад вооруженные силы Азербайджана впервые в ходе боевых действий потеряли военнослужащего в звании генерала. Пулат Гашимов погиб при отражении атаки противника на госгранице. Он навсегда вписал свое имя в историю страны. Посмертно ему было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана». За годы службы генерал-майор Пулат Гашимов был удостоен множества наград. Во время апрельских боев 2016 года он командовал 1-м армейским корпусом. Тогда вооруженные силы Азербайджана предотвратили очередную военную провокацию армянских военнослужащих и освободили ряд стратегических высот от оккупантов. В ходе боев Пулат Гашимов получил ранение. Пулат Гашимов всегда называл своих солдат сыновьями, вспоминают его родные и близкие. После гибели Пулата Гашимова тысячи жителей Азербайджана вышли на улицы, прошли марши и акции в поддержку азербайджанской армии, а десятки тысяч молодых людей записались в армию добровольцами.